Перший день финального этапа республиканских спаборництвов сярод детей и подлетков по биатлоне «Снежный снайпер» принес медали у скарбонку Гомельской области. Обедве узнагороды завоеваны представниками старейшей взрослой группы. Дарья Товарницкая финишевала другой на дистанции 3 километры. Ободва огневые рубежи она прошла без промахов. Перемогла минчанка Мария Гнетчик. Чисто стрелял и Денис Ярмоленко. Однако на лыжне представник Гомельского региона показал только третий час. Переможцы Глебу Близнякову с Могилевской области и он соступил 12,5 секунд. Протягнутся спаборництвы у Раубичах у неделю. Спортсмены выйдут на старт смешанной эстафеты.